Анна Семенович рассказала о сложной неприятной ситуации, в которой оказалась из-за непредвиденного стечения обстоятельств. Произошедшим звезда поделилась в своем сторис в инстаграм-аккаунте. Певица со своей командой собиралась в определенное время попасть в Турцию, где в нее запланировано выступление. Однако все пошло не по плану. Сначала самолет перенесли на 19:00, потом написали, что до часу ночи, теперь, что его вообще отменили. Мы в ужасе, потому что завтра у нас вечером концерт в Стамбуле. Мы летели пораньше, потому что хотели на Босфор полюбоваться заснеженный, повидала расстроенная Анна Семенович. В итоге артистки и ее команда отправились отдыхать и ждать рейса в другой отель. Судя по всему, увидеть красоту Босфора знаменитости не удалось. Отметим, что 41-летняя исполнительница до сих пор не замужем. Ранее Анна Семенович побывала на шоу «Давай поженимся» Первого канала. Сюрпризы женихов оценила. У нее сразу появился фаворит. На программе «Звезде» удалось найти избранника, с которым она ушла с проекта. Как сложилась их судьба и отношения за порогом студии, пока неизвестно. Примечательно, что свою личную жизнь знаменитость предпочитает держать в секрете, не посвящая публику в подробности.